Сегодня 17 марта, мы находимся возле пруда храмового так называемого. Сегодня была сделана мной работа расчистить снег для потока воды весной. И вот я за один заход справился, снег был не очень плотно утрамбован и легко копалось. Сейчас пройдемся, поглядим, вот тут вода будет выходить с этой стороны. Сейчас пойдем посмотрим. Так, это распорки, которые не позволяют коробу сложиться. Первый. Еще одна. Еще одна. А вот сам озеро само под снегом. Вот инструмент труда. Вот тут примерно вода будет накапливаться и потихоньку все сильнее и сильнее размывать, пока он полностью не пролупит здесь себе ширину этого короба слива. Вот видно стенки его. С этой стороны дерево, деревянная стеночка. А здесь не видно. Немножко, чуть-чуть. Вот. Чтобы сюда добраться, пришлось идти по снегу. Он был неплотный, провалишься каждый раз. Пришлось импровизировать на ходу, брать две лопаты вот этих. И вместо лыж их использовать. Становиться на четвереньки по собачьи. Две палки эти в руки и вперед. Больше площадь распределяется по этой палке. И на коленках сюда пробираешься. Сейчас покажу, может, свои следы прибытия сюда. Вот, сразу проваливаешься. Очень глубокий снег. По пояс местами. Вот я так пришел сюда. Вот мои следы такие. Борозда такая. На четвереньках. Лопаты в руках. Я на них налегаю. Лыжи в руках. Приполз сюда. Ну, приступил. И с Божьей помощью, с веселым настроением проделал работу. Вот сколько всего. Отсюда даже видно еще одну мою работу, которую я закончил тоже. Вроде как вчера, но сегодня там завершил. Сейчас приблизим, поглядим, если видно отсюда. Так. Где он там? Если видно отсюда там. Справа вот этих деревец. Разрыто мною. Еще один слив для этого пруда. Вода будет идти вот оттуда, через трубу под дорогой, которую я прочистил еще ранее. Наполнится это озеро, попрет через этот слив и пойдет туда наполнять то озеро. И там тоже ждет слива, чтобы вода не размыла плотину. И пойдет дальше туда влага. Вот, собственно, я. Глядим на солнце. Солнце высоко еще. Где там оно? Вот оно. Ну, слава Богу.